Кстати, как вас зовут? Меня зовут Диана. Диана, очень приятно. Скажите, пожалуйста, из какого вы города? Я астраханская петербурженка. Это очень оригинально. Скажите, пожалуйста, вы впервые на подобном мероприятии? Алексей, который устраивает, да, впервые. Как вам качество организации мероприятия? Ну, достойно, все на высшем уровне. Но обед с живой музыкой – это вау, эффект. Я с вами полностью солидарна. Может быть, у вас есть какие-то комментарии по поводу организации? Что-то, может быть, вы бы хотели улучшить? Либо наоборот, там, сделать? Я единственное, что немножко как бы расстроена, что докторов мало. И ну, мы поздно узнали о данном мероприятии и не смогли привлечь свою ту же аудиторию. Мне бы хотелось бы, чтобы доктора были бы более вовлеченные в такие моменты. То есть это не просто учеба, это взаимодействие, это коллаборация совместная, тем более то, что представлено сегодня на стендах, это уникально. То есть это собственные разработки, это отечественные какие-то диссертации, научные труды, перечисленные антивирусные, противовоспалительные, ранозаживляющие средства. То есть об этом нужно говорить и нести в массы. И Алексей абсолютно прав, что он говорит, что это нужно распространять через докторов. Поэтому мое пожелание Алексею нести это дальше и привлекать как можно большее количество докторов. Как это сделать, конечно, я пока не тоже не знаю. На сегодняшний день такое ощущение, что мы хотим учиться больше, чем сами доктора. К сожалению. Благодарю вас за беседу и будем рады видеть вас на последующих мероприятиях.